Вот у рок-звезд есть фанатки. Вы тоже выглядите так эпатажно, скажем так. У скейтбордистов есть фанатки? Конечно, конечно, их просто неимоверное количество. А у кого круче, у вас или у самокатчиков? Фанатки у кого круче? Да. Ну, не знаю даже. Мне кажется, самокатер. Надо сравнить. Но я, конечно же, за скейт топлю. Ну,
с усиками, я думаю, мы сможем что-нибудь придумать.